Снова всем привет, ребят! Очередная посылочка из Китая. Естественно, для спокойствия души и тела показываем трик номер. Ну, что вдруг спор будет, знаете, с китайцами спокойнее всегда писать видео. И что упаковка, что целенькая. Так, ребят, ну, конечно же, испытание кинжала, шуганза у нас уже. Опа, нифига себе. Ну, ребят, я вам скажу, что, конечно же, чуть-чуть комфортнее скрывать с кинжалом, чем простым лезвием, я вам скажу. И смотрится чуть-чуть покруче. Та-дам! Так, ребят, и что же у нас есть? Шипистая упаковочка с каким-то код. Есть здесь пишется ИВА X. Есть имей. Имей серийный номер. Снова ИВА и все. Ну, скажем, китайцы чуть-чуть сэкономили на упаковочке, естественно же. И ничего вот не оформляли. Давайте попробуем вскрыть его, чтобы сделали уже. Ну, все, пытайтесь сделать, что копию уж типа iPhone X, сделайте уже до конца, чтобы и упаковочка, чтобы беленькая была и с телефоном спереди. Вскрывается так, такая пимпочка у нас, чтобы телефон не бился. Высовываем его. Кстати, знаете, вот я вам скажу, что первое впечатление, что он компактный. Действительно, тоненький и удобный. Есть. Так, здесь кнопочка со сканером у нас идет, ребят. Здесь я смотрю, что камера идет, датчик есть и динамик. Здесь я не знаю что, но так, что в картинке было, что типа здесь идет с такой же штучкой, как iPhone X. Но я думаю, что в перспективе нет. Каркас у нас сделан из металла, что первое впечатление, так думаю. С кнопочкой что включения громкости у нас здесь идет. 3.5 джек есть. Сим-карты сюда засовываются, ребят. Типа стереодинамики. Стандартный USB, micro USB. Здесь так, спинка. Ну, смотрите, что в принципе, ну, что сделано же типа iPhone X, но я вам скажу, что до той спинки еще им действительно долго идти. Что две камеры и вспышечка. Давайте попытаемся вскрыть. Вот так раз. И спинка стеклянная у нас идет. Не, ну знаете, вот я вам скажу, что шикарно смотрится. Вот так. Смотрите, сюда, я так думаю, вот вы увидите, ну, что действительно, что в принципе все симпатично. И спереди, естественно же, попытаемся аккуратненько его снять. И где же та штучка, из-за которой я покупал его? Нема, что видите, но я так думаю, что экран у нас, что линия идет. И по факту, ну, что китайцы, как обычно, что казалось, что все кинули. Но это, знаете, что китайцы есть китайцы. Сравнение с габаритами. Телефоном Yuhan's MX, толщина, чтобы вы увидели. Конечно же, он чуть-чуть толще. А здесь вот именно чуть-чуть тоньше и длиннее. Так, я думаю, что вы увидели. И спинка, кстати, симпатичная. И впечатление, что и качественно идет. И что, ребят, но из пластика. И, конечно же, пятерочка у меня еще есть. Xiaomi. Ну, ребят, тут смотрите, что видите, что пятерка. Ну что, 5 дюймов, что экранчик 5.5 дюймов и 5.7. Что в принципе и с габаритами оказалась пятерка чуть-чуть даже, если честно, компактней. Но толщина чуть-чуть шире все-таки идет, чем он. Но первое впечатление, ну знаете, вот не испытываю, что у тебя оказалась дешевка в руках. Что в принципе вот, смотрится вполне симпатично, честно. И попытаемся что включить, что дергается, что писа ИВА. И пока включается, естественно же, комплектация. Так, смотрите, что, как у нас упаковочка сделана. Я вам скажу, что знаете, вот если честно, мне вот такие приколы все не нравятся. Но что есть, то есть. Инструкция, что книжка. Нифига себе, блин. Сколько все. Нафиг. Соль. Закуска будет. Осталось еще вот такие кидать в комплект. Стандартный USB, но в принципе, знаете, вот я вам скажу, что первое впечатление, что еще по качеству, что терпимо, все вполне идет. И вилочка. Так, здесь у нас все, наверное, будет. Или не все. Ага, и в комплекте еще какая-то херня есть. Питание, чтобы вы видели, что пишется, я думаю, что, естественно, ребят, что оказалось 1 ампера у нас. Сюда и комплект. В комплекте у нас, ну знаете, вот я вам скажу, что плюс, что оказалось дополнительное. Пленочка идет, есть и силиконовый чехольчик по качеству, естественно, стандартный за 50 центов. Одеваем.
чехольчиком сразу. Тадысь. И смотрим в чехле. Ну, вполне симпатично, знаете, скажем так, стандартный телефон покупался за $100. Считаю, что, так что, ну, в принципе, вполне терпимо. Но с рамками, естественно же, ну, толстые. И знаете, вот то чувство, что, ну, что тебя кинули, естественно. Но, в принципе, я так думаю, за такую стоимость, что все вполне терпимо. Тем более здесь оказался и красивый, и симпатичный экранчик. Что вы увидели, вот именно по качеству. Автофокус, что включится, что покажет или нет. Но симпатично, что все смотрится. Ну что действительно, и претензий у меня к экрану здесь ноль пока. Ищем языки, какая ситуация у нас будет с ними. Что в чем плюс, есть и русские, и украинские, ребят. Что кто откуда, что кто не знает, я из Украины, ребят. Сюда, конечно же, включаем. Настроить, естественно, как новое устройство. И с интернетом в пока, что упускаем. Я думаю, что в перспективе, что включится лучше. Знаете, оно оканчивается сейчас, вообще долго думать будет. Я не хочу этого, если честно. Окажемся мы из Британии. И снова Андрюша Иванов у нас. Сканер. Вперед, вперед. Графический ключ. И раз, и два, красава. Ну что, испытаем сканера, слишком быстро убрали палец. Ты думаешь 4 дня или что? Раз, два, три. Ну, кстати, вот знаете, первое впечатление, что чуть-чуть долговато было, вот именно считывание процесса. Шторочка, что, ребят, спускаем вниз, чуть-чуть, чувствуется, изменили картинку. Экранчик у нас, ребят, я вам скажу, ну что яркий и красивый, оказался и сочный, вот именно по яркости все good, вполне, что включенный, что Bluetooth оказался и кого-то лешего, что китайцы включили, я так думаю. Здесь все, естественно же, чисто. Система, что у нас идет? Ну, типа чистый Android, но что из недостатков, что иконки, ну, слишком крупные. Вот лично для меня, вот, я не знаю, или у нас противный интерес, какие у меня в Уханьсе. Не, в принципе, казались такими же сами, что видите, вот. Все пытаюсь, ну, перемахаться к ним. Здесь и с клавиатурой. Что в чем плюс, что у нас есть клавиатура и кириллица. Шикарнейше. Естественно же, включаем что установочки. Что же у нас есть? Настройки. Сюда. И включаем интернет. TP-Link-Fest. Включаем и ждем, что включилось, так еще пишется, что IP-шка включилась, есть. Давайте, я так думаю, что автоматом, что видите, в чем плюс, что у нас, что включены все, ну, все полностью, и оказался и Play Market, и YouTube, и все сервисы. Так что, ну, скажем так, изначально им плюс уже. Давайте еще включим симпатичную картинку сразу. 4. Чтоб за компанию и экран увидеть, и все, что нам покажет такой телефон. У нас опускается экран или нет? Я думаю, наверное, эту функцию где-то включать надо. Здесь есть она. Что, включен вроде автоматический в поворот. А, что, это реклама, я так думаю. Да. Ну, что видите, с кем вот не бывает. Я тише сделал, ребят. И смотрим. Картинка у нас вот не тянется в целый экран. Я думаю, видите. Но я так думаю, что знаете, что в перспективе, ну, что включу обновление системы и YouTube, и, ну, и изменится, и картинка поинтереснее будет. Но я вам скажу, что экранчик здесь шикарнейший, кстати. По качеству, вот именно и цветам все вполне good. Что действительно, вот именно, ну, что претензий у меня здесь нет. По качеству, что пишется, ребят, 480. Одним словом, экранчик у нас здесь оказался, ну, что полное говно. Скажу попроще. Да-да, ребят, чего стесняться, ну, и говорить так, как если. Я думаю, надо. Музыка. Есть музыка. Включили музыку. Давайте, что симпатичная девчонка вроде. Хамка. Хамке, да. И динамики на всю. Так что вы увидели, у нас идет динамик идет. Цвета. Не, знаете, в принципе, по качеству экран вполне классный. И претензий у меня, в принципе,
экрану на ту стоимость, что он стоит, ну что нет, и что, что сделано все вполне симпатично, что в чехле вы увидели его. Но если честно, я не думаю, что кто-нибудь будет думать, что у вас действительно iPhone X. Что видите, здесь пишется, что Ава в конечном итоге. Естественно же, включаем установочки, что уже у нас будет о телефоне писаться, что вдруг кому-то интересно все-таки. Что пишется беспроводное, что обновление. Авось. Проверить и ждем. Да, ну конечно же, китайцы кинули нас экраном по полной, что пишется только что, что Ива X и седьмой Андрюша, и все. Включение-выключение, в печать специальные возможности, восстановить сброс, аккаунты, языки я включал, спутники, полноэкранный режим. Вот эта фишка, ребят. Но в чем прикол, что и Ютуба здесь, хотя включено, но я попытался сделать, она мне что сказала? Вот, я так думаю, все увидели. Из памяти, что в телефоне идет 3 гигабайта, что типа осталось вполне комфортно. Есть аккумулятор, если захотели, что включаете в процентах, и все симпатично, что в принципе вполне видно, и, ну и пока все good. Блин, с этими чехлами, вот если честно, я в телефонах я вообще ненавижу, так симпатичнее смотрится. Я так думаю, по крайней мере. Давайте сюда, идем дальше, что же у нас еще есть. Хранилище, 32 гигабайта, у нас из которых сколько? А кто его знает? Я думаю, что семерка 25 гигабайт осталось. Конечно, итоги, что включенные приложения, что из коробки у нас идут. Что в чем плюс, что хлама, что в принципе ноль. Ну, что в принципе это классно. И что есть еще в телефоне FM-радио. Динамики. Ну, я в принципе включал уже, но для компании. Бой, динамик такой, знаете, не то. Ну, скажем так, что громкий, да, но по качеству оставляет желать лучшего. Ну, что действительно, вот мне не, ну, куча не сильно он здесь нравится. Яркость, что в чем прикол, что включается автоматическая подсветка у нас. Вот, ребят, что включил по максимуму я ее. И давайте изменим ее по минимуму. Ну, кстати, классно, знаете, вот я вам скажу, что в перспективе, ну, куча книжечку вполне комфортно читать будет. И, в принципе, здесь вполне оказалось терпимо все. И претензий пока ноль. Естественно, если захотели, ну, что изменяете все цвета, у нас включается вот такая функция, чтобы изменить уже, ну, куча цветовую схему экрана и все полностью. Ну, что сделать чуть желтее или белее цвета. Есть. Адаптивная включается, заставка есть. Но что плохо, вот нету включения к телевизору. Я вам скажу, ну, куча, говорил и говорить буду, что куча, для меня эта функция в телефоне, что обязательно должна быть. Есть, что упускаем это. Ну, естественно же, камеры. Потому что у нас же типа iPhone X, типа. Естественно же, идет камера чистого Android. Сюда. Что же у нас пишется? Стабилизация, что включается уже. Ну, я так думаю, что в семерке. Из-за семерки камера, что пишется 13 пикселей. А включаем целый экран. И снова 13 пикселей. Терпимо. Стабилизация включается и по качеству хорошая. Ну, терпимая, скажем так, будет. В конечном итоге. Давайте я лучше кинжала чикну, что первый раз. Я думаю, что будет чуть-чуть интереснее в картинках идти. Давайте. Автофокус у нас, по-моему, автоматом идет. В чем плюс, кстати. Есть. И смотрим на качество в картинке. Галерея всегда... Разрешаем, конечно же. И смотрим сюда. Ну, ребят, знаете, вот я вам скажу, что в принципе здесь вообще камера вполне good. Что гляньте, какая детализация идет. Не, вот, знаете, вот для китайца, ну, куча за 100 долларов, что в принципе все вполне терпимо. Естественно же, включаем камеру. Автофокус у нас есть. Встали и ждем. Нет, ребята, что включается, что автофокус штапом у нас все-таки. Хотя нет, это включается автоматически, чтобы вы видели. Опа, и включилось, я споймала. Сюда снова. Раз и два, споймал. Останавливаем и качество смотрим. Галерея всегда, конечно же. Сюда и сведения. Что писать HD-видео. Тю. Но, скажем так, что в пуску сейчас похуже будет, но фокус у нас есть. Картинка симпатичная. Встали и ждем. Ну, ребят, знаете, вот я вам скажу, что в принципе картинка здесь оказалась good. Что, ну, что, скажем так, ну, что пишет вполне терпимо.
Только вот я не понимаю уже прикола, что в телефоне идет, что две камеры, а где же включаются, что все эти функции, что ну, использовать же две камеры. Что видите, я сюда дергаю, нифига, сюда, нифига, и вверх, и вниз. И ничего вот не изменяется. Ну ладно, упускаем это, идем дальше. Естественно, камера для селфи. Ребят, что же у нас здесь будет? У нас есть CSD, я думаю, что отключаем ее, пусть лучше автофокус тапом будет идти. Автоопределение сцены и камера у нас оказалось, ребят, чисто пятерка. И по видео, я так думаю, что стандартный шухлам будет. Ну, давайте глянем. Есть. И смотрим на страшную эту морду. Так, сближение. Не, ребят, вот я вам скажу, знаете, ну, что пятерочка здесь, я сомневаюсь, что есть. Но по качеству, что в принципе вполне все терпимо идет, вот именно, ну, что учитывая, что с классным, что освещением, то вполне симпатичная оказалась в картинка. Ну и конечно же, что видео, ой, видео, что включаем. Всем привет, вы на канале Зайки из Китая. Да-да, вот им, и, скажем так, ну, куча, из этого я и не снимаю всякие видео. И с собой, привет, на канале Зайки из Китая. Скажем так, страшное лицо и дикция не такая, как у всех. Из этого так и получается. Все, ребят, ну знаете, в принципе, вот я вам скажу, ну $100 для такого телефона, я считаю, что дорого, вот если честно. Они, знаете, вот, ну, куча, покупался специально из этой пимпочки, что там у них реклама была, ну что, куча, типа у тебя iPhone X будет, а по факту у тебя дуля. Но, в принципе, толковая здесь, ну, терпимо идет, 3.32 идет, терпимый в процессоре, что в перспективе и 4G, и нормальные, что камеры, что относительно, по крайней мере, каркас из металла, но естественно же все в перспективе. Испытаем его и сделаем отдельное видео. Вот и все, ребят. Всем спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.